случилось? Еще одна орет. Это скучно. Тебе что, скучно, что ли? Развлечения придумали. Лучше. Еще. Еще, дорогая. Дыши, дыши. Еще смейся. Еще что хочешь. Вытаскивайте. Вытаскивайте. Он смеется. Он смеется. Поздравляю. Мне уже не скучно. Я не хочу развеивать ваши сомнения, но из регистратуры мне принесли вашу карту. В смысле вы не хотите развеять мои сомнения? У вас же на кабинете написано «развеиваю сомнения». Так вы что, не развеете мои сомнения? Зачем я тогда заплатил? А ехал сколько? Я из другого города. Приехал, чтобы вы развеяли мои сомнения. Теперь вы говорите, я не хочу развеивать ваши сомнения. А кто тогда развеет сомнения, если не вы? Мне уже достало сомневаться. Я не могу, я постоянно сомневаюсь. Я даже сомневался приходить к вам или нет. У меня слезы текут, и не дышать. А что ты улыбаешься? Тебе что, это все нравится? Да, я вижу, что тебе тоже теперь не уверена. Ты теперь моя часть. Ну и что? Как мужика делить будем? Не, ну я-то с ним давно. Ну вот я прихожу и вижу. Скучно. Что тебе скучно? На тебе тряпку. Помой полы, вынеси мусор, постирай в конце концов трусы. Лампочки все перемой. Исчезни, это... исчезни, нет. Нет, не я хочу уже, ни полы, дорогая. Ни лампочки, нет. Я никуда уже не исчезну. Я твоя мать. Моя кукла рожает. Ну и что? Как делить будем? Тебе голову. Почему это голову? Мне низ. Не играются. Есть Миша, так... почему мне не играется? Я вот хочу придумать хрень. Нет, потому что ты хочешь, придумать. Это как раз главная ошибка. Да, что когда мы хотим головой придумать, мы не можем ничего. Потому что это же творчество, это непридуманное. Это что-то, что со мной происходит. Вот сейчас стал между вами. К этой женщине жалость, а к этой женщине влечение. Ну вот что я сделаю? Пошли со мной, не смотри. Подожди. Да, она все-таки, мы с ней прожили 20 лет. Ты простишь меня? Ну, ты помнишь, что у тебя давление, желудок. Ну, да. Ну, я хотя бы вот... Потенция нехти. Нехти. Все там ахти. Но с ней, кстати, ахти. Ты же там таблетки, а здесь да, секс. Да, тут таблетки, тут секс. Хм. От тебя пополз к ней, принял таблетки. Пополз к тебе. Гулять. Там ребята интересные. Что вы там делаете с этими ребятами? Вон, одна уже догулялась. Это радость жизни. Марья Ивановна, пожалуйста, простите меня. Это было не так. Давайте я вам все объясню. Ну нельзя же так сходу прям вот раз и закопаем в лесу. Ну, Господу так не делается. Господу Богу объяснишь. Какому Господу Богу? Я же ничего же не сделал-то. За что меня? Пожалуйста. Тебе было сказано. Давайте разберемся. Тебе было сказано. Пожалуйста. Я не пойму, это же мой мир. Я тебя создала. Я могу здесь делать все, что угодно, но мне все равно скучно. Почему? Не было скучно, я тебя сделала беременной. Почему мне скучно? Ты такая глупая. Ты можешь только смеяться и повторять одни и те же фразы. Что мне делать? Что мне делать в этом мире? Жить здесь и сейчас? Да мне скучно здесь и сейчас. Я и ты, и все. Я беременная кукла. Что мне делать? У тебя много ожиданий. А чего мне ожидать? Ничего? Как ничего? Как жить без ожиданий? Проживать жизнь так, как тебя создали.